Всем привет, зрители моего канала, сад Чекалин, Сызранский район. И сегодня я делаю еще одну грядку под клубнику. То есть одна у нас готова, засажена. Вот это будет вторая. Мы уже начали готовить. То есть грядка получилась до этого у нас 32 метра. Но там метр, как я показывал, то есть не застелили. Застеленный 32 и метр. Ну, мы достелим пленки, и получается у нас 33 метра, то есть одна грядка. Вторая грядка такая же получается, 33. Ну, и тут будет еще одна гряда, она будет чуть короче. Там посмотрим уже, что останется. Ну вот, сейчас делаю вот эту вот грядку, то есть еще одну, 33 метра у нас клеенка уже закуплена с дыркой, пленка, то есть капелька. Куплено уже, приготовлено, то есть сейчас я делаю и застилаю. Все, смотрите, все в процессе. Вперед, ребята, уже начало пошло. Ну вот, грядка готова. Сейчас буду раскладывать капельку. Капелька в промежуток 10 сантиметров. Все, пошел, разложу, буду показывать. Ну вот, капельку разложил. Сейчас буду натягивать пленку. Как натягивать, не буду показывать. Ролики есть для этого. Кому интересно, можете переключиться, посмотреть. Ну все, в процессе. Раскинул пленку. Сейчас буду ее прикапывать и после натягивать. Как натяну, покажу. Вот так вот. Вот тут вот получилось высоко. Придется накидывать много. Здесь я прокопал. Здесь мы сверху снимем и все, а здесь пришлось накидывать, потому что грядка высокая получилась, если равнять с той. В общем, очень сильно потрудился. Ну все, как сделаю, покажу. Ну все, вот достелил я пленку, натянул, вот у нас что получилось. Уже вечер, не знаю, время уже 10 часов доходит. 9:30. Комары съедают вообще. Ребят, невозможно снимать даже. Двигался, не останавливаясь. Вот что получилось. Короче, две гряды по 33 метра. Все. Осталось ее только засадить, вторую грядку. И будем делать третью здесь уже. Ну, третья будет метров 25, наверное. Посмотрим, докуда там, до поворотика. Ну все, всем, кому понравилась наша грядка, ставим класс, лайк. Также не забываем подписываться на наш канал «Сад Чекалина», Сызранский район. Оставляем свои комментарии, высказывания. Ну и всем пока, удачи, ребята. Побежал, комары съедают.